Здравия желаю, уважаемые телезрители. Продолжаем репортаж. Значит, показывал перед этим ролик про вечный двигатель. Прошло, это было в 1:26, а сейчас у нас 5:26. Прошло, значит, 4 часа. Ровно 4 часа. Что мы видим на счетчике? Так же все стоит, как и стояло на риске, как показывал в первом. То есть все нормально. Что еще, значит, заметил? Производил замеры. Сейчас покажу. Замеры напряжения выходного. Что показывает? Так. Напряжение около нуля, то есть ноль, максимально 0,30 и 0. То есть напряжение почти ноль. То есть напряжение выравнивается. И поэтому, видите, трат нету. То есть, значит, что получается? Надо, значит, делать, чтобы выходное и входное напряжение равно было нулю или около вот этого. Ну, то есть напряжение максимально скачет 0,28 вольта, а подается отсюда 12 вольт. Ну, это 12-вольтовая вот эта фигня. Вот она продолжает крутиться. То есть продолжим опыт. То есть напряжение должно выравниваться. Так, опыты продолжаются. Опыты будут продолжаться до завтра, а там уже будем делать выводы и делать самое дальше. На этом заканчиваем.